скучает по папе с мамой. Лежит у меня в ногах и скулит, и мне спать не дает. Господи. Малое дитё. Доброе утро, мои дорогие. Саша пошла на работу. Я думаю, сейчас выйду на балкон, сниму, как она пойдет. Не успела. Пока телефон включала, она уже за угол свернула. Шустрая. Вчера приехали они поздно, ну, 12 в первом часу из гостей. Данте, вот это был такой тихий, смирный, хороший без них. Я легла спать, запрыгнул ко мне в ноги, лег и давай скулить. Ой, боже ж ты мой. Вот как Саша в Мурманске, родители уехали, и вот он чуть-чуть в слезы, где мама, папа, и этот также. И вот он скулил 1,5 часа. И только когда они приехали, он побежал их встречать и успокоился. Только тогда я и уснула. Ой. Дети. Сегодня погодка какая-то не очень. Дождичек моросит. И ветер холодный вот прям задувает сюда, на лоджию. Вот, а у нас сегодня какие планы-то? У нас планы сегодня, мы сегодня с Даней едем на пострижку. Ну, а так, собственно, не знаю еще, какие у меня будут планы. Потом посмотрим. Чего, ну, с утра-то загадывать, правда? Ой, я вам сегодня историю расскажу. Но это попозже, когда постригусь, а то у меня на голове не пойми чего. Ой, девчонки, прям вчера в такую идиотскую ситуацию попала. Ой, самой потом смешно было. Что-то сегодня такая активность с утра повышенная у парня. Родители вчера в гостях были, поздно приехали. Ну, спать хотят, а он тут кричит, все дербанит. Ну, что это за безобразие? Что это такое? Ну, что это? Дай, Данте, ну, дали? Дали, что делает? Ну. Угу. Вот так вот. О, о, мелкий мужчинка. А-а-а. Вот она, бойцовая собака. Давай, я знаю, ты хочешь, чтобы я с тобой играла, а я не хочу, чтобы ты рвал. Фу, фу, нельзя, хватит, хватит, успокойся. Ты чего? Разошелся. Угу. Слушается он. Он слушается только Даню. Ну вот, на 2 минуты ушла. Ой, господи. Ужас какой-то. Мы уезжаем, мальчика в клетке закрыли. Погода сегодня. Через 200 метров поверните налево на улицу Дыбенко. Мы едем с Даней на пострижку. Осталось 200 метров. Красота. Приходишь, ни очереди, ничего. Мурманский же просто удавка. Ну, потому что мало. Я даже не знаю, Мурманский один всего, по-моему, пункт. Все очень быстро. Единственное, я так аккуратненько все запаковала, заклеила. Ну, это пупырушками-то. Меня заставили все это разрезать, выкинуть, показать им, что внутри. И, в общем, я не знаю, как они там запаковали. Я боюсь, что все это в коробке разболтается и рассыпется. Ну, ладно. Но хочу сказать, девочки, 350 рублей из Питера. Почему из Черноморского мне была названа цена 1200? Это просто вообще. Ну, небо и земля, правда? Так, ладно. Ну, а я пока сейчас сюда. Спасибо большое. Так. Тут меняют все время местами. Так, ну тут, конечно, камней нет, ну бывают, но мало совсем. Ну так, бывает стекло красивое. Корюшку свежую продают. Разное, помельче 170, 250, 270. Ну, как же я пройду мимо секонд-хенда? Не пройду, надо зайти. Да, что-то сегодня погодка не удалась. Вон какой храм стоит среди домов. Так, ну что, я уже все обошла. Купила себе шарф. Так, купила бокорезы. Жалко, не было другого инструмента. Мне надо круглогубцы хорошие, но что-то не попадаются. Девчонки, никогда не покупайте инструмент на Алиэкспрессе. Дерьмо, только деньги на ветер выбрасывать. Месяц, два и все. И в помойку. Вот, ну ладно. Сейчас я еду домой и буду вам рассказывать историю вчерашнюю. Мне до сих пор смешно. Даня у нас готовит лазанью, а эта банда за ним следят, головой крутят. Банда, да. Такой шарф я себе купила, да, как грязный. А мне нравится. Те, кто меня давно знают, знают, что я люблю английский флаг и американский. За сам рисунок. А мне не нравится российский флаг. Вроде бы те же цвета, но... Не знаю, никакой фантазии, что ли. А вот эти мне очень нравятся. А уж тем более, когда он вот такой. Вот это прям мое. Вот так вот. Лежу, девочки, да, лежу. Лежу на нем. И что я для себя выяснила? Я после того, как на нем полежу, так хочу спать. Меня прям... Ну, сегодня еще и дождик идет целый день. Я сегодня за день 2 раза спала. Понемножку, но спала. После вот этого аппликатора. Ну и что теперь ночью буду делать? Ой. В общем, как полежу, все. И засыпаю. Ну что, мои хорошие. Саша мне говорит: мам, ну зачем ты будешь рассказывать про себя вот такое? Ну зачем вот люди будут думать, что ты там глупая совсем? Я говорю: Саш, ну я же... Ну что скрывать-то? В общем, короче говоря, девчонки, получилось как в кино. Ирония судьбы или с легким паром. Ну почти. Вчера вот возвращаюсь я... В Озон ходила забирать Сашу на посылке. Возвращаюсь. Дома же все одинаковые. Вот, ну, одинаковые. Захожу во двор. Такой же двор. Причем я захожу-то, я без всякой мысли, я иду себе, иду. Подхожу к подъезду. У меня этот не срабатывает, чтобы подъезд открылся. Думаю, взяла Сашины ключи, чего-то не срабатывает. Ну и тут же выходит парень, особенно времени у меня не было раздумывать там. Я зашла. Такой же подъезд. Вызвала лифт. Лифт такой же. Поднялась на 8-й этаж. Подхожу к двери и думаю, что-то дверь не такая. И тут у меня прям что-то в голове. Думаю, ну что это? Ну не может же быть. Ну как это? Ну. Спускаюсь на 1-й этаж. Точно. Немножко по-другому. Нет консьержки. И нет баночки для батареек и для крышечек, которые Саша ставит, чтобы люди собирали. А у меня все никак не доходит. Думаю, да что ж такое-то? Выхожу на улицу. Ну точно такой же двор-то. Вышла из двора. Потом уже я начинаю соображать, что у Саши в доме магазин есть продовольственный, а тут его нет. Думаю, все. Блин, заблудилась в 3 соснах. Ну что, пошла туда, в следующий двор. Захожу. Магазин есть, машина Данина стоит. Вот так вот. А я раньше думала, вот в иронии судьбы, да, или с легким паром-то вот это. Думаю, ну как это может быть? Может, оказывается. Ну вот, прихожу домой, ребятам рассказываю. А они даже не смеются так. Они больше смеялись над моей реакцией, что я вот такая вот эта вот вся. Вот так. Кто ж так строит? Сиди, Люба, в своем Черноморском за забором и сиди, а то вот так потеряешься, хрен тебя найдут. Сделала я такой вывод. Вот так, мои дорогие. Даня готовил. Это вечер. 9 часов уже. Саша в 11 приедет. А завтра она опять на работу. Надо как-то себя развлекать. Не попадаются мне круглогубцы. Я бы купила, да уже занялась бы делом. Ну ладно, еще полазию, может быть. В общем, я хотела послезавтра уже уезжать, уже билеты были взяты. Но тут выяснилось, что Дане предложили поехать пострелять, побегать по лесам. Это 3 дня. Саша работает. Собаку одну они не оставляли на целый день. Да, в общем, побаиваются. В клетке он же не будет сидеть с утра до ночи. Его и кормить надо, и гулять с ним ходить. Вот. Ну и, короче говоря, решили так, что я остаюсь на эти 3 дня. Поеду попозже. Ну ладно. Хоть я, конечно, уже настроена ехать, мне надо дальше, но пока не получается. Ладно. Побуду пока в Питере. Хотя я тут всего-то. Это я просто по 2 видео в день выкладываю. Так посмотришь, кажется, давно. На самом деле-то. Ну, вот. Так что, мои дорогие, вот такие у меня дела. Постараюсь больше не теряться в этих домах. Самой смешно. Вот. Ну что, мои зайки. Так, вы не обижайтесь, кому я в WhatsApp не отвечаю. Пожалуйста, у меня просто нет времени. Просто нет. У меня приходят девчонки, господи, по 50, по 70 сообщений каждый день. Спасибо вам, конечно, огромное, что вы меня и с праздниками поздравляете, и пишете. Вот вернусь домой, домой вернусь, а мне там сколько надо сажать. Ой, я даже не знаю, когда у меня время будет. Конечно, хорошо у блогеров, у которых больше просмотров, больше подписчиков. У них, конечно, есть люди, которые отвечают на комментарии, вот на все смс-ки. Вы думаете, они сами отвечают? Нет. Ну, у меня нет таких людей, да мне, собственно, и самой интересно отвечать-то. Ну, просто вот, ну, никак. Будет время, я все опять прочитаю и всем поотвечаю. Вообще, конечно, это блогерство, девчонки, это круговерть какая-то. Просто круговерть. Дни пролетают, вот как пуля прям нету. Только думаешь... Сейчас сяду, нет, ну какие-то же и по дому дела, и вообще, и, извините, и помыться надо, и постирать чего-то, да и вообще, вот, ну как. Сейчас вот надо, Даня готовит, а он готовит так, что посуды грязные, просто гора. Вот сейчас посудой займусь. Так что вот так вот, не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Я про вас все время помню. И меня совесть грызет, что я вот... Нет, у меня времени сесть. А сесть это... Это время, девчонки, надо. Вот, так что вот так. Я вам честно вот говорю, что я буду крутить-то перед вами? Ну, правда. Да и уже и здоровье-то, сами понимаете. Не 16. Так что... Ладно. Давайте, мои хорошие, пусть у вас все будет хорошо. Пусть ничего вас не огорчает. Пусть только радует. Весна. Уже вон и в Питере листочки, цветочки кое-где. Ну, дожили до весны, слава богу. Не грустите, мои хорошие. У меня тоже поводов для грусти дофига и больше, но я стараюсь как-то держаться. Вот. Не грустите, не болейте. Радуйтесь каждому дню. Никто же не знает, сколько нам их осталось, правда? Вот. Ветерочек дует. Дождик хоть кончился. Ладно, мои хорошие, давайте. Хорошего вам вечера, спокойной ночи. И просыпайтесь завтра, чтобы ничего не болело. Ну, хотя бы, чтобы нового ничего не болело. Все, я вас целую, обнимаю, мои хорошие. Давайте, спокойной ночи. Ну и пока-пока.